Как мы сообщали в наших прошлых сюжетах, в Бухаре прошел традиционный турнир по волейболу и шахматам среди сотрудников Алока-банка. После конкурса сотрудники банка посетили известные и священные места Бухары, способствуя развитию внутреннего туризма. Как и многие другие туристы, сотрудники Алока-банка с хорошим настроением осматривали святыни, в которых были скрыты тайные истории. Я думаю, наши клиенты Алока-банка, видя, как действительно развиваются сотрудники банка, и они не только хорошие банкиры, но они интеллектуальные, образованные люди, которые знают историю нашей страны. С таким банком, я думаю, интересно работать. Всем нашим сотрудникам была организована экскурсия в Бухару. Мы своими глазами видели древние и современные объекты. Мы очень рады этому. У нас хорошее настроение. Следующим пунктом назначения была крепость Арк. Это место полно людей. Сотрудники Алока-банка ознакомились с историческими залами, арком, дворцом и комнатами эмира, дворцами, принадлежащим членам его семьи, и, конечно, сфотографировались на память.